Каждый стрим постараюсь вам напоминать, на чем мы с вами остановились в прошлый раз. Собственно, с последнего забега произошло не очень много всего. Даже на Ютубе почти актуальный сейчас стрим и видосы по Балдуре. Мы взяли в пати Демонессу и отомстили паладинам, которым она хотела отомстить, которые хотели загнать ее обратно в ад, к какой-то там ее хозяйке. Про Мирта историю читал, про богов, нисхождение, убийство, войну. Нет, нет и нет. Можешь попробовать мне рассказать. Я не буду против. А еще она все сожгла, да, еще она берсерк и побегала, пожигала нам пяточки. Давай, Фасмодей, дочки. Я пошел по Руту Карлах, но нельзя увидеть секс-сцену в первой главе. В смысле Рут Карлах? Ты че, это не визуальная новелла, ты здесь можешь Рут, ты, ну, то есть это, ладно, нет, это как бы визуальная новелла, но это гаремник, ты можешь здесь сделать Рут всех. Всех персонажей одновременно. Так, изумрудная роща. Вернитесь к Дамону, сердце, вернуться к Зевлору, спасти беженцев. Это, кстати, близко куда-то сюда, да? Я вот думаю, что делать. Длинный отдых, наверное, пора уже. Единственное, я надеюсь, что на длинном отдыхе сейчас внезапно друиды не успеют. Хотя это мой второй отдых. Я не думаю, что за два долгих отдыха друиды уже закроют город. Нихера себе колбасы нас налутал. Нора какая-то. Сюда нельзя прыгнуть? Видимо, нет. Да, пора длинный отдых, я думаю, что сохранить. Новое сохранение. Так и назову его отдых. Поехали в лагерь. У вас достаточно припасов, чтобы восстановить все ОЗ и ячейки заклинаний. Да, хочу закончить день. В смысле дроп? Ну, Мерсер, я вначале напомню, что я вообще не планировал его стримить изначально. Получилось наоборот. Нихера себе. Здрасте. Well, you've been naughty, and you know what happens when you're naughty. God damn it. Anyone but her. Во имя девяти преисподних. Кто ты такая? Well, you absolute stinker. You kept me a secret. Time to let the Hellcat out of the bag. Call me Mizora. I'm Will's patron, the fount of his power. My pet's been unruly, and his leash needs a yank. We had a deal, Will. But Karlak's still breathing. I've taken more pleasant shits than you, Mizora, and at least those can be buried after. That's no kind of talk for a lady. By the way, Karlak, Zariel sends her regards. You told me! Devils only! She's a tiefling, not a monster! How precious. The little pupster's found his bark. Clause G, section 9. Target shall be limited to the infernal, the demonic, the heartless, and the soulless. Karlak meets the criteria by virtue of having no heart. Жесть. Она сбрасывает свое присутствие, не вздумай даже пальцем тронуть. Карлах, проклятая бестия. Проклятие, Уилл, почему ты мне ничего не сказал? Блин, ладно, давай, ближе к делу. Вообще романси ее. Вот это, да? Уилл burns in the fires of Avernus.
The lightning storms of Dis strike his flesh. Чё, настолько? Passes through each layer of the hells, gaining their essence. А можно её помешать ей? Will. Ха. Нихера себе. That's better. What the hells have you done? A promise broken, a price paid. Да, у нас теперь full party тифлингов получается. Get used to the new form, pet. There's no going back. Some magic even I can't undo. Now, let's see how the frontiers fare without their precious blade. Karlak, keep an eye on him, would you? Ну хотя бы жив, ладно. I'll be keeping mine on you. Так не, потому что у нас пати тифлинга уже. Don't Декарт forget. Пишет. Our pact still stands. Ta-ta. Ой, сейчас Акагав я почитаю, досмотрю этот сюжетец. Ну ладно, жопа делаешь. Предыстория двух слов, голубок всех сослал на землю, потому что злые боги решили, что им слишком мало власти и силы, при этом дав им смертные тела, и половина плюс богов погибла, и некоторые люди стали богами, только один бог, который охранял вход, остался богом. Эти злые боги, из-за которых началась война типа Баала, наделали детей, чтобы в них реинкарнировать. В первой части мы являемся частицей бога, и на слой другая частица Баала. Хочет собрать, съесть, поглотить всех таких же, как он, чтобы получить божественную силу. Ну и в конце сипуку, чтобы Баал не возродился. Во второй части Дарк Ресу, потому что Баал возродился, и ты можешь помешать сделать до конца. В итоге он ресается, и ты его допинываешь. Как-то тут доведут, непонятно. Понял. Я что-то читал про Баала, да, я что-то здесь. God's damn her, straight back to the hells. Just look at me. Быть тифлингом не так плохо. I did what was right, and Mazora made me pay for it. I'd be hunting devils and demons, she said. Traitors and hypocrites, heartless evils of all sorts, but not Zariel's victims, not innocent tieflings. Warlock pacts tend to be unforgiving. Ого, у меня магия брокнула, что? Will was lucky he didn't face a more severe punishment. Вы правда договора с дьяволами, ты не достоин той земли, на которой стоишь. Клинку фронтира придется кое-что объяснить. Как ты думаешь, она дьявол лицо, что ж не обращик правдивости? Тебя превратили в дьявола, достоин наказания, как мне кажется. Что повезло, что не отняла душу, когда появилась. Ну давай, третья. All these years. You'd think it's a lesson I'd have well learned. It's Mazora who grants me the power. Как игра ТДшка называлась? Тронфолда. Before I was infected, I could even call hellbeasts and summon festering clouds, but I promise you, every thrust of my blade and every flame I sparked was for the good of the coast. Тебе нужно как-то избавиться от этого договора. A possibility that's kept me awake countless nights. But I don't have a clue where to start, other than play her games and play by the rules. That's the only language devils listen to. Чем вообще ты ей повинуешься? Что он может сделать такого хуже, чем сейчас? Ну, наверное, убить его. Быть в контракте какая-то лазейка, может, мы просто нападем на нее в следующий раз, когда она появится? We can have all for it. But it won't so much as chip one of her nailed claws. She'll escape to the hells, and if we succeeded, my life would be taken in exchange. My contract is very clear. I can bring Mazora no harm. She'll have to let me out of my pact willingly. The only way out is if I can outbargain her. We're standing here with nothing but the clothes on our backs and the worms in our heads. Как насчет червяков? Может быть, ей захочется их поизучать? Можем ее победить, если объединим наших червяков. Стоит ли на того, но ведь еще может пригодиться этот контракт. Не, вряд ли. Попробую поиграть, мне в прошлый раз ошибку выдавал при покупке. Еф. Если объединим... Так, ладно, я боюсь, что он с нами сделает.
I'm so sorry to give you another reason to sleep restlessly, but it's my burden to bear. She won't touch you unless there's something there for her to take. Don't give her so much as an inkling there might be. Я хотел на своей стрим написать Monk Solo без сейфскама на кубах. Ну, вот так вот. I'll be honest, soldier. I'm reeling. Will hardly knows me, but he chose my life over his. Been a long time since someone stuck their neck. Что за кубы? Ну, я стараюсь не сейвскамить сюжетные выборы, если я проиграл кубик. Не загружаться. Может, добрее, чем у всех нас. You can say that again. When he was chasing me through Avernus, I thought he was just another sad merc. How wrong I was. Кто-то еще хочет поговорить. Кстати, я же тут украл себе немножко нижнего белья. Something's wrong. Специально, чтобы по лагерю гулять. I feel... Что такое? It hurts. Darkness, protect me. Что это тьма, а? В смысле? It's nothing. I swear. Ну, тебя, конечно, зовут Shadowheart, но... Не все, о чем ты умалчиваешь, использовать слияние разумов... Блин, опять проникать в мысли. Не очень-то хочется. Давай попробуем. Ей это, конечно, 18! Ну, значит, не попробуем. Прости, Shadowheart, но ты нам не откроешься, да? Блин, можно, кстати, попробовать, я сейчас отдыхать еще буду. Не, 18 я не вырылю слишком. Продолжить. Вообще, я согласен. Окей, 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 окей. Ладно, не хочешь рассказывать, не надо, помрешь скоро, наверное. Смотри, не помри. Краска к предмету, можно изменить цвет ткани, кожи и даже металла. Это объединить работает, да? Минуту. Ой. Ну, вы поняли. Я просто пытаюсь покрасить. Объединить. Сюда. Объединить. А чё, а какая краска-то? Служит для удобства. Интересно же. А как я цвет выбираю? Ну, слушай, ну какой-то золотистый стал. Драконе... Шапка топово выглядит. There you are. I was just thinking about you and that delicious moment we shared the other night. Ты меня убил, чел. Deeply sorry. I was overeager. But can you blame me? You were my first. Oh, whoa. In all these years, I've only ever fed on beasts. Drinking the blood of thinking creatures is a different thing entirely. You were delectable. Нет, я не стал вампиром. And now I can't help but wonder how the others taste. Они могут принять энтузиазм с меньшим энтузиазмом, чем я. Alas, it doesn't hurt to ponder the question, though. Take Gale, for example. He strikes me as someone whose blood is rich, refined, like well-aged brandy. But the gif
What in the hells would she taste like? Что-нибудь экзотическое, ликер из амна, или если ты не против, я бы лучше пивка. Oh. Well, that sounds very appealing. I'm almost convinced. Все по-прежнему теоретический разговор, не так ли? Ты только глазами поменьше сверкают, а народ распугаешь. Relax. We're just talking. So, in the spirit of theoretical questions, if you had to take a bite from one of them, who would it be? Правда спрашиваешь, кого бы я съела? Нет, я думаю, это метафорический вопрос. Рискнула попробовать карвах, наверное, было, но, разумеется, тебя. Вы знаете, удивительно, но я на месте нашей героини Дренеечки выбрал бы Гейла. A refined palate. I can't disagree. Не тяночек. Можете меня судить сколько хотите. Осуждать. Но Гейл клёвый мужик. Не осуждаю. Зачу себе несколько более осязаемую трапезу. Удачной охоты. There's nothing that tasty lurking out in the woods, but I'll make do. Sweet dreams. Так, что у Гейла нет разговоров, ни у кого больше нет разговоров. Это куда ведет? Что тут такое? Какой-то храм. Старение тех персонажей, которые специально подожжёл. Двусмысленно звучало. Так, ладно, никто больше поговорить не хочет. Тебя реально из тифлинга дренейка получилось. Дренейки лучшие вообще. Еще бы вот каким-то образом вместо тапок мне бы копыться. Было бы вообще круто. Получается отдыхать. Угу, автовыбор 80 пойдет. Ну, прям ровно, да? 80 бахнуло. Красота. Полноценный отдых. Как Монг, как класс. Ну, такой, на самом деле, довольно однообразненький. Уклонения всякие, броню не юзает. Толкание, скидывание с ног и все такое. Так, с кем я хочу в пати сейчас побегать? Наверное, оставим Лезель. Кару, наверное, не будем брать. Два милишника, маг хоть один нужен, да? О, слушай, я еще с тобой не разговаривал, да? О твоем адском движителе. У тебя в груди очутилась такая штуковина. Sleepy little town called Baldur's Gate. Our hero, Karlach, a knock-kneed delinquent from the outer city, with everything to give and nothing to lose. I was a kid looking for a way to fill my days and make some cash when I fell into the wrong crowd. Worked for a guy I respected. A lot. Turns out the feeling wasn't mutual. Through the jigs and the reels, he made a deal with Zariel behind my back. You know Zariel, right? Archdevil of Avernus. Переполорок ты нравится? Не, я беру... Нет, я буду всех выбирать, поэтому... Все пати будет бегать со мной до тех пор, пока у меня не останется ХП, и мне не понадобится долгий отдых. Работала на кого-то, и он продал тебя за Риэль. Кто это был? Inventor. One of these wheeler-dealer types who seems to have a finger in every pie. I guess I was naive to think everything he got up to was above board.
What did I know? I saw a job, a good job, with people I liked, doing work I was good at. Sometimes I'm jealous of that girl. Ugh, to feel so invincible again. Богатому опыту, как лучше всего убивать дьявола. Итак, с поединками разобрались. Что дальше по плану? First things first, I need to get this engine tuned up. Thing's powerful, but it's been feeling volatile ever since I left the Hells. Gotta be too hard to find an infernal mechanic around here, right? Вот уж не думала здесь очутиться, а ты? А, вы с Мизорой, похоже, знакомы. We were both part of Zariel's inner circle. Her by choice. Me by force. In the grand scheme of things, I'm inconsequential to Zariel. Sure, I've got the engine, but I wasn't even her strongest fighter. Да, у всех персов мужики в башке. Child favors a captive pet. Mizora envied the attention, I suppose. I'm sure when Zariel gave her the order to hunt me down, Mizora was delighted. Теперь я понимаю, что так хотелось бежать. The fighting, the chaos, the betrayal. It had the makings of a good stage show, but I did not want to be one of the players. Как думаешь, она и так будет преследовать тебя? You think she'd have more important things to do? Devils and their pride. Что ж, ладно. Так, я вообще-то, подожди, хотел сказать, что тебе пока придется побыть в лагере. Really, really? Да, ты меня слышал. А, Гейл, возвращайся. Батя. What's on your mind? Есть волшебный интерфакт, который может тебя заинтересовать. Пытаюсь понять, зачем тебе в твоем состоянии примерно требуется магия, как относишься к тому, что в лагере живет вампир. One way or the other. Зачем тебе в твоем состоянии примерно требуется магия? Tribute. The kind a king might pay to a more powerful neighbor to avoid invasion. As long as I pay, there will be peace. But should I ever stop, along comes a war. I can assure you. The battlefield would extend well beyond the borders of my body alone. Если отправиться со мной, нас ждут увлекательные приключения. With Отлично. Я, кстати, кое-что вот забыл проверить. Я где-то нашел крутой двурук, и так его и, по-моему, не проверил, что он дает. Я тебе силь ануса. Так, ну это против нежити. Двуручный топор плюс один. Смотрим потом. Рождающие руки, когда вы используете заклинание силы клятвы, вы получаете героизм испытания силы плюс один. Direct me. Don't touch me. Careful, I lied. Eager for battle. Пускай пока будет. Где он может поглотить магию этого предмета? Так он много чего может поглотить, не? Так-то и наш посох тоже. А, но он не все предметы может поглотить. Вот кольцо, например, не хочет. Ну, клятва это да, это понятно, что где-то на паладинах. О, пес пришел. Блин. Кто у нас еще умеет разговаривать? А только колдуны умеют, да? Шкряп. Гав-гав. Погладить пса. Ха. Хороший песик. Хороший песик. Да-да-да. Хороший песик. Так. Так, пес, не уходи далеко, подожди. Прости, Гейл, но... Go ahead. I'm listening. Я хочу, чтобы ты остался в лагере. Decision, Will. Karlak's all fire and fury. Прошу тебя пойти со мной. The pride of the gate. One move ahead. Кстати, а давайте, в принципе, его, наверное, и возьмем. Я еще, может быть, поговорю с...
животными в городе, там, где медведи всякие, вот это вот все. Hope you're keeping well, friend. Мне очень жаль насчет твоего хозяина. Master, friend, I stayed with him until I knew he was gone. I'll never forget him, but I'm glad to have met you. Все одобряют погладить песика. Вот, в принципе, можно в городе поговорить с этим. Я же сейчас в рощу друидов хочу вернуться. Мне, во-первых, продаться надо, вот. Во-вторых... Погнали, в общем. Так, а я могу в любой момент, из любой точки портоваться к... Да? Класс. Хорошо. Так, друидская роща, побежали. Гоблины пока не напали. Главное, чтобы они лозой не закрыли рощу пока что. Я не знаю, сколько им дней потребуется на ритуал. Пока вроде... Все, окей. Я сейчас в первоочередной своей задачей, чтобы по времени не проебаться, если здесь вообще-то можно проебаться по времени. Хочу найти друида. Да, я ищу главного друида сейчас. Угу. В поисках. Seems like a good moment to talk. Need anything else? Скажи, чем торгуешь? Так, у тебя есть аж 601 с монет. О, погнали. Так, а можно... Ctrl-Alt... Блин, ну дабл-клик понятно, но... Записка кузнеца, это мне, наверное, пока не надо. Всякие карты, записки, бряд. Отдельная кнопка под пиканием? Не. Так, еще вначале на самом деле оружие. Его очень много. Кирку, наверное, не надо. Посох. Две лопаты не жирно. Шляпки, шляпки. И только метательные одноруки надо оставить. Сколько денег уже? 311. Что-то мало налутал, если честно. Блин, я же свои что-то тапки тоже снимал. А или одежду? Не помню. Бедная одежда. Домашняя одежда. Благовония, благовония, камни. Желтое глазное яблоко, жесть. Так, ну все остальное, наверное, оставим, да? Тряпки какие-то. Удочка, по-моему, была бесполезна, но кто его знает, может все-таки тоже оставить. 390, да? Чуть еще, о, у него пошла легкая броня. А мне нужна вообще никакая броня, мне нужна ткань, да? Стрелы. Получаете бонус плюс один к испытаниям, проверкам на ловкость. Природа плюс один.
Перчатки ловли снарядов. Перехватывать снаряды. У меня перс и так умеет перехватывать снаряды. Да, я помню, что копье упало с этого. Кстати, кто-то говорил, что надо древко вернуть себе. Типа, зря я его продал. Я его продал, скорее всего, ему. Но это не точно. Древко сломанного копья. И я, типа, могу из него скрафтить. Похититель заклинаний. Один раз до следующего короткого отдыха получаете ячейку заклинаний первого круга, если наносите критический удар похитителем заклинаний. Прикольно. Создание воды. Блин, ловля снарядов звучит как супер полезная штука. Чем уравнивать в итоге, непонятно. Денежками, походу. Так, здрасте, продаемся. Ей тоже пару топориков метательных оставить. Красивые, кстати, атлетика плюс один оказывается. А, ну здесь тоже. Слитки оставим. Камни непонятно. Может быть, можно будет бижу тоже каким-то образом делать. Нужно, не нужно. Не знаю. Школа преграждения защиты тира. Хотя особо ничего нет. Подарить эти предметы? Нет. Ну, вроде бы все. Sylvanus be with you. Sylvanus. Так, нужно поговорить с коровами. Уходи. Чё, сток? Два кошеля спрятано. Ну, если никто не против, то я возьму. Так, давай, пока я здесь, призовем, попробуем крыску, да, в дыру. С кошкой в прошлый раз не получилось. Может заражать заразным укусом. Ну да блин, ну почему? Ну это глупо. Ну... Вступление, спрятаться, рывок. Заразный укус. Я заразил дыру. Для друида и карка. Ну блин, а они могли бы для всех это сделать. Так, я не помню, где там эта белочка была, где-то там. Звучит ужасно, да. Это было немного странно. Так, где-то вот здесь белочка живет. Пойдем поговорим с ней в этот раз.
Призрачную руку я уже, по-моему, тоже пробовал. Это девочка. Может, ей принести орешков каких-нибудь? Get out! The squirrel lunges at your foot and bites it. Пнуть ее. Успокойся, я свой. You barged in without an invitation. I wouldn't call that friendly. See, you're in my territory, and I want you gone. Запугивание, уйди, бельчатина, или я заставлю тебя отступить. Убеждение, тут места хватит нам обоим. Колдун запугивание. Одно слово, я тебя поджарю. Давай убеждение. Окей. How about this? You can stay if you keep those ugly feet on the ground. I'll even sweeten the pot. Found some weird smelling stuff on the ground. You can keep it, but these trees are mine. Follow the rules and I won't have to intervene. Got it? Okay, что дает? Что, она нам ничего не дала? Нет? Вроде бы. В смысле, сам кошель стоил дороже, чем... Не буду я трогать твои деревья. А где предмет-то? Лезь на дерево. Да-да-да-да-да. Remember our deal now. Я ничего не дала, ты мне... О, белочка. Жесть, вот тварь. Так, это все еще тоже сидит. Ну ладно. Крыска еще тут какая-то гуляет. А, это моя. Так, дроп или не дроп? Я не знаю, сегодня к вечеру решим, плюс-минус. Я, правда, хочу еще опросник, наверное, сделать. Вы мне скажите. Пока что чат вроде весело. Игра очень зашла. Ну, вроде пока что... Как бы... Первая кровь, да, не волнуйся, дальше будет проще. I just didn't think it would feel like this. Хотелось бы, чтобы стример мог поиграть в нее, если самому нравится. Да, ну, в целом, могу. Вроде бы. Так, ладно, поехали. Вымершая деревня. Зеркало с именем. Стоп, а где искать друида-то? Вот там, да? Искать патруль Гитьянки в поисках ясли Гитьянки. Нет, вот здесь. Вот исследовать храм, поискать в лагере гоблинов. Погнали. Так, ладно. Со всеми, с кем хотел, я поговорил. Вернуться в лагерь и поменять Уилла на Гейла. Well met. Are you sure? The blade and just... How can I help? With... Та-дам, 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 там. Идти из лагеря. Что-то я хотел у него поменять эти обилки подготовленные. Никогда не волшебник из глубокого. Что? Недуг Гейла снова усугубился. Он попросил у нас очередной магический артефакт, чтобы поглотить заключенное в нем плетение. Да, усилился, а вижу. Что поделаешь? Давай. My condition is worsening again. I need to consume some powerful magic or it may Держим. Ну, а огоньки можно отдать, в принципе.
Thank you. Нет, у меня колодец зачищен на процентов 30. Я еще не полностью. Я там только обычных мобсов почистил чуть-чуть. It is a strange experience. Each time anew, I come. Lost soul is spelunking through the darkness that is me, only to be sacrificed on the dread. But this doesn't feel quite right. I mean, it never feels right, but it relieves. This doesn't relieve. Мы правда не потратили в пустой магический артефакт. Может, еще чем-то помочь? You do plenty for me, more than you realize. But this cannot be remedied. The magic isn't having the effect it should have. It's not like the last time, like a rainstorm that quells a forest fire. It merely drizzles. The embers still sizzle. The fire remains undefeated. I'm not certain what's going on, but nothing good. Please, I need to think. I need to retrace my steps to a glade of calm and think. Thank you for the artifact. Ты что имеешь в виду? Ладно. Я тут вот что думаю, надо все магические предметы в идеале передать. Это что, это банки? Ну вот надо было клинок правосудия отдать, например. К саневым пирам. Гейл, я вообще-то пытался тебе придумать обилки. Громовая волна, пылающие руки мне пока понравились. А что у меня второго уровня? Ага, это новый вроде, да? Масло. Покрыть землю скользкой жидкостью. И брызги вроде тоже ничего такие. Некоторой вероятностью создает поверхность. Надо как-нибудь его попробовать. Гоблина? Так, что они тут разговаривают? Very well. Keep your paws. Понятно, ничего интересного не разговаривают. Тупые гоблинцы. Everything here is ours. Так, мне вообще налево, получается, а не вниз. Ну, вообще, я в этой деревушке их обязательно потом перебью. Ой, какие-то вон тролли, пойдем с ними поговорим. Мне виды жесткие, как будто бы. Успех, внимание, и поздно уже. Tastes like chicken. No chicken. Tastes like fish. Gentlemen, contain yourselves. This quarrel sells our feast. Besides, раз уж они говорят, tastes like pork. And what surprise is this? Brothers, look here. Я не могу съесть, потому что надо сходить за вилкой. I have ideated another tiefling prize. Fortune favors our bellies. Stranger, be you friend or food. The mark is her measure. Show us the brand of the Absolute. Ман, скажу больше, я одна из избранных адептов Абсолют. Тифлинг, вы жрете тифлинга? Удивительное красноречие для Огра. She scampered in from the east, calling for Yule, a pet, no doubt. The green earth bless us. She bore no mark. Those horns. Such cartilaginous crunch. Let's see the mark.
lest I give in to my cravings. Нет, я не забыл, что я колодец не дочистил, там тяжело. Скажу больше, я одна из избранных. Ну давай попробуем, конечно. Я пока не готов с ними драться. Они какие-то очень живучие. 9. Нет. Оно меня сожрет. Да, я тоже так думаю. Show me your flesh. У меня нет клима. Food? Food? И да, и да. Ой, жестко. Чок фанк и дуля просветленный. Ну, лучше, конечно, было на них напасть. Стример, закапай глазки. Сейчас закапаем. Это никакой не байт зубной. Я ориентируюсь на то... Интересно ли людям смотреть игру? Если интересно... хотя бы более-менее, то я готов ее продолжать. Те же рерол были, почему не перебросил? Да, зачем? Ну, подеремся с ними и подеремся, чушь. Покушение инициативы. Так, а путь перекрыт, нет слабости, да? Нет помехи. Куда они смотрят? Давай-ка смотреть, shift. Угу. Смотрят они не очень далеко. Откуда он планирует в них стрелять? Давай посмотрим. В принципе, да, откуда угодно. Ну, я вот думаю, не дает жертвы восстановить очки здоровья. Может их сразу какой-нибудь крутой стрелой? Вот бы они стояли поближе, чтобы их в них крутой стрелой стрелять. Ледяная, кстати, здорово бы зашла. Ладно, давай начнем тогда, наверное, все-таки. Да в смысле меня эти гоблины спалили сзади, дурацкие, не дали мне... Фуй. Нормальный выстрел сделать, говно. Так, я думаю, что эти огры будут очень неповоротливы, и я хочу разлить им маслице. Как-нибудь. А я не поставил эту свинку, я же хотел. Я хотел вот эту вот, короче, штуку поставить. Да. У меня есть где-то бутылка, короче, еще. По-моему, вот здесь есть какая-то маслянистая бутылочка. Которая, надеюсь, очень приятно разольется им в ноги. Бутылка с жиром. Имеют вдвое сниженную скорость перемещения и рискуют упасть плашмя. Ну, в принципе, можно кинуть. Мне бы еще на самом деле... В смысле, а ты не хочешь типа сюда идти драться? Недостаточно движения. А что не так с вот этим? Не, я пока подожду, пока они попытаются до нас дойти. Так, а второго движения у меня нет, поэтому мы будем их ждать. Мы будем ждать и готовиться. Они вряд ли ходят сильно далеко, правильно? В принципе, Гейлом, я думаю, сейчас вот это место все поджечь, может быть. Весь этот жир. Мертвый тифлинг. Вот только я не знаю, прям в жир стрелять или... Да, наверное, да. Проблема в том, что он же сгорит. Урон-то не получит. Не получит. Но лучше бы они на нем подскальзывались, если честно. По-моему, я весь свой первый ход просрал. В никуда, если честно. Эх. Можно с крыши расстрелять. Можно было с крыши расстрелять. Но я, как видишь, не расстрелял. Провоцирующая атака. Выстрел в бедро. Так, выстрел в бедро звучит очень полезно сейчас. Критический промах. Ну, не очень полезно, если критический промах, да? Преимущество, преимущество. Ну что же выстрел в бедро лучше сделать? А, врагу, против которого у вас есть преимущество. Не, ну ты должен дамажить, ты жесткий.
и отходить. Надеюсь, они ничем метаться не будут. Рывок. Ну, я ожидал рывок. Да, жир я зря, конечно, так сбросил. Рывок. Ну, короче, попытался поджечь я очень зря, я считаю, да? В смысле, драчун Брэк и ищейка Горбушка добавились к битве? Чё он сделал? Он в меня чем-то кинул? Он меня, похоже, чем-то кинул. Ищейка Горбушка пытается стрелять. Нет, это я не буду реагировать. Блин, лучше бы я отреагировал. В смысле, это вообще этот меня ударил, что ли? Драчун использует атаку основной рукой по Гейлу. Класс, восхитительно. Well, so much for peace. Victory awaits. Ну давай попробуем. Так, у тебя есть оружие? У него как будто есть оружие. Нет, он, видимо, руками дерется. Ну, тогда начнем с милишечки просто. Взрыв тканей. Ну, ошеломляющий вообще прям сработает. Сработает. Испытание пройдено, ошеломляющий. Ну, понятно. Неудивительно. Доп. Действия. Зачем? Что бы было? Ну, хоть раз попало. Лучника пойти убить. И бесит, что количество враждебных гоблинов все прибавляется и прибавляется. Эта битва явно не так должна была идти, и, типа. Ну, к сожалению, по-другому уже никак, да? Так, ну, видимо, тебя только ножом и бить. Молодец. Может, реально куда-нибудь забраться пойти? Еще не дерется с нами? Ну, ой, нет. А, беги пока хотя бы. Че он, концентрация расплывчатая, что это такое? Атакующий получает помеху при бросках атаки. Ну, короче, какую-то фигню всяко стану. Вот этого бы замедлить, раз он там такой этот. Ну, подбегать туда я точно не хочу. Это с этим просто драться. Ну, вот опять ускоряться планирует, скорее всего. Слепление. Давай дамажить каждый ход, что ли? Не знаю. Still breathing, despite everything. Оньк! Че, он без рывка, что ли, кидаться будет? Кислотная стрела мелфа. Критический промах. Ну, ладно. Ну, Гейл, кастуй, что ли. Довольно-таки халявный урон, как будто бы. Бедная Лазель. Здесь неплохо бы встать, чтобы он не смог пройти. Я так понимаю, они здесь не могут протолкаться друг с другом все-таки. А может и могут, я не знаю. Почему у тебя 8 хп? Было же, блин, все нормально. Да, с ограми мне тяжеловато. Импровизированное оружие ближнего боя. Слот тем и не стоим уже хорошо. Введение из равновесия.
Повалить. Два раза и, возможно, повалить. Ну, я что-то, честно говоря, сомневаюсь, что я смогу повалить огра. Нет, получилось. Отлично. Кроник левел 4. Я, кстати, все еще 3. Они все еще жестче, чем я. Что я сюда рано пришел. Яйку ему откусил, видели, да? Еще какой-то гоблин храбрец, блин. В смысле ты можешь его ударить? Ты же, блин, на полу лежишь. Получает помех при испытаниях сил ловкости. Атаки противника, находящихся не дальше 3 метров, получают преимущество. Прежде чем переместиться или что-нибудь сделать, существует должен потратить половину своей скорости передвижения, чтобы подняться. Блин, в смысле, почему у него есть контратаки? Он, типа, лежа будет контратаковать? А, нет. Не может предпринимать ответные действия. Написано. Ну все, значит, отбегаем. With ease. Тоже куда-нибудь сюда, беги. I am Fury, I am Death. Ну давай надеяться, что это правда. Исхода. На, вон еще гоблин. Кислотой в Гейла метнул. 6 урона. Этот встает. Снова кислотная стрела. Так, ну... Я прям даже не знаю, что же с вами всеми делать. Надо добить вот этого чока по-хорошему. Да? Этот все еще не может пройти через другана, походу. Обезоруживающее будет полезно против него потом. Или это снимает горение? 8 временного здоровья. Давай, танкуй дальше. Nothing important is ever easy. Worst сценарио, конечно. Промах. Эх. Я еще и в кислоте стою, да? Минус класс брони 2. Вот дерьмо. Промахи сейчас вот вообще не к месту. Чё с мышкой? Где моя мышка? Мышка, походу, выключилась. Да? Сейчас... Всем вместе попытаться чока добить. Надо бы чем, типа, блин, атака основной двумя руками не такая уж сильная. А здесь считается как атака с саппортом. Надеюсь, да. Стоп, он типа не может до нее дойти? Не, может. Просто ну, по кислоте не очень хочется идти, да? Блин, попробуй так пройти. Не говори, что ли? Да камон! Battle of wits.
Что еще делать? Готовый урон электричеством есть, да? Step by step. Не стой в кислоте, уходи. Пора помирать. Ну или пока что нет, кстати. Безоружный удар и кислоту ее выпнул. Нет, он освободил проход для другана. Дезориентация 19 урона. Гейл при смерти. Ну все, да. Это похоже на смерть бы. И же ничего не сделать. Постоянные промахи. Ну, крит. Смысл. Гоблины со спины жесткие. Ладненько. Грудимся. F. Ну, я-то думал, что я со всеми гоблинами помирился. А они, оказывается, нет. Они, оказывается, нам в спину заходят. Значит, нужно правильную позицию против этих огров выбрать. В первую очередь. На самом деле, вот эта позиция неплохая. Я бы вначале вообще, в принципе, всех гоблинов бы перерезал. Я не знаю, зачем я этих гоблинов оставил в живых. Ну, типа, я договорился, чтобы пройти, но... Ладно, нет, давайте вначале все-таки проберемся в локацию к друиду. Еще я все еще 3-го уровня. Они здесь все 4-го. Да, это все еще максимальная сложность. Я не вижу смысла ее менять. Пишу в название, что тактика. Так, стоп. Улей. Так, а с этой стороны на них как-то можно хорошо зайти? Отсюда? Нет, наоборот, это через них пройти. Вот здесь по стелсу каким-то образом. Хрен его знает. Окей. Лама Эмперор, привет им. Здорово. Мне как бы надо вот сюда. Дождь? Ого, а чё, открываем окна? Вау, как давно дождя не было. По-моему, первый, один из первых лузов вообще... Я вначале проигрывал мозгам еще. Это второй луз в битве. Умик. Так, я слышу деревню гоблинов. Чё, копать отсюда и до обеда, выкопать 5 странных сундуков. Слышу гоблинов. Ну, кстати, первый левел. Тоже первый левел какой-то. У них там тусыч какой-то. Получается, и да. Да. Стал идой. Наша пати. Жаровня. Так, стоять. Сохранение перед лагерем гоблинов пошло. Часовой цапь. Да не подходил я к вам, я с краешку тусуюсь. А, это вот этот меня увидел, остроглаз. Ну, остроглаз получается, и правда. Хе-хе-хе. Хигриндл. Ну, я с радостью эти врата от гоблинов зачищу. Они не очень-то сильные. Как будто бы. Чем бы не поговорить? Да они все фанатики. Ну, хоть я могу попробовать, типа, так, чисто. Ну, они все местные фанатики. Ну, еще ужин пришел. Еще и какие называют себя там кем-то.
Фексайт. Типа мы можем, конечно, сказать, что мы из этой. Let's try to be diplomatic, shall we? Goblins don't come by the handfuls, but by the dozens. Топовый диалог, ну ладно. As the symbol glows, power courses through you. Authority. И летит, нет, летида больше юзать не буду. Разыскиваю некого Хальсина. Запугиваю наемницу, мой хозяин внутри. Монах запугиваю. Всех ваших часовых я могу скрутить голыми руками. Дай пройти. Какая ухоженная шкура. Это животное принадлежит к поводу под виду варга Северянус. Не та Северанус. Меня позвал ваш главный. Мой хозяин внутри. Так, ну давай монаха пробовать. Еще два кубика имба. Да что они мне не пинают? Я разыскиваю некого Хальсина. If he ain't one of us, and if he's here, he's down in the pits. Save the druid if you must. If we spill goblin blood on the way, all the better. Слушай, шум это хорошо или плохо? Depends who you are. We're celebrating a raid. No better time in camp than this. Get yourself a bit of fun before it dries up. Что за налет на кого? Whip the guts out of Joaquin's rest we did. Inns are good for gutting. Lads even captured some duke. Worth celebrating, that is. Я пришел после посещения Локи с налетом. 140 опыта дали. Это за то, что мы с ними не подрались? Вдохновение. Откуда-то обмануть любого из стражников в лагере гоблинов. Ладно. Мы не то чтобы обманывали. Но я, честно говоря, хочу их перебить. Мне, блин, прокачка нужна. Лагерь гоблинов. Гоблинцы. Так. Легкое опьянение. Так, пойдем вот с этими поговорим еще. And the gnoll gnawed her arm clean off. So much for the flaming fist, eh? Вы видели огненного кулака? Где? You ain't here. We sacked Joaquin's rest and left it to burn. Drow flinging magic. Gnoll snapping off heads. Inn's nothing but a pile of ash by now. Glorious. Glorious. Кто-нибудь целел? Bunch of prisoners got towed to Moonrise. City snobs mostly. В лунных башнях. But the flaming fist, pile of smoking corpses. Что с искам? Ну я типа не гружусь, если в диалоге не получилось кубик. Нормально. You ain't know the broken road. Выбросить. I'll tell you real slow like, so you don't miss it. North. Слаги. Это чё? Tribe? Наш племя. Tribe. The absolute. Let's have a look. Дождик пошел. Хорошо это или плохо? Трап. Ничего себе, внезапно фугасная мина. Так, разделяемся и погнали бить гоблинов. Quick step. Action, not reaction. А еще где-то есть? Вроде бы нет. Гейл вместе с ней пойдет, наверное. Watch your back.
Action, not reaction. Your desire. Пошаговый режим. Enough waiting. I crave blood. Picks a fight. The consequences are hardly surprising. Так, а Тиана чё? Стоп, подожди-ка. Она ещё не в битве. Да? Видимо. Я это уже прошёл, можно его смотреть. Присоединяется к бою. Я их застал врасплох, поэтому у меня все могут ходить первыми, я правильно понимаю? 0-7. Чё-то слабо. Фаерболом тебя добить. Подожди, у тебя же должен быть еще ход. Конечно. Слушай, а может просто скинуть его? И ему будет очень больно. Он куда-то летит вообще за километры. Блин, можно остановиться, подожди. Так, я так ни разу и не попробовал хроматический шар. Блин, неужели отсюда не можешь? Да ладно тебе. Хорошая же... Вот, можешь. Вот только каким бы шариком их бахнуть? Может, замораживающим? Они обмелишники. Гром много урона наносит. Ходов. Сбивающую ледяную поверхность, сбивающую существ с ног. Молодежь. Ну, в принципе, да, пойдет. А, чё? А куда? А, что происходит? Чего они просто бегут и делают, что хотят? Что? Не надо было, видимо, заканчивать ход Гейла или что? The fuck? Может перепрыгнуть вот туда? Пока он тут у меня не в миле, да? Блин, неужели не достанешь? Черт, да ладно тебе. О, стоп. Было движение, я видел. Или нет? Оп, тут вот, вот здесь, вот, вот где-то тут была точечка. Хоба! Двенадцать пойдет. Этот пес еще куда-то побежит, конечно. Угу, блин, монахиню окружили, но... Рывок, ты уверен по ледышкам? Ладно, он уверен. Хорошо, пойдет. Так, какой-то из гоблин, вот это, да? Самый близкий сейчас, может быть, у него. Ледышкой тоже кинуть, чтобы не добежал ни до кого. Луч пойдет. Thank you.
Гору можно сбить. Это типа вот эти вот две сломать. Да, я видел, кстати, можно было на нее навестись. Деревянная подпорка. Но это их много слишком, мне кажется, ломать надо будет. Какой урон? 4-9. Блин, ну цифра неплохая. Может и убьет. Да что ж ты так... Монахиня. Твою ж налево. В грязи, блин, отбегать. Пока меня пес не цапнул. И этот еще не прибежал тоже сверху. Don't waste a step. Забьюсь в угол. Эх, видимо, зря. Ладно. В смысле? Да ну ты издеваешься. Ну не так это должно было работать. Ладно, что поделаешь. С Флоуди не хочу. Time for a new approach. Mutilate them. Ладно, но я думал отсюда попадешь. Фьюри. О, они убегают. Может, банку в нее кинуть? Мне кажется, нечего. Недосягаемость. Малая цапь. Просто цапь. Сколько у меня ходов там? Я не помню. Гоблин прибежал, да? Здесь где-то хоть написано. Тысяча статуса при смерти. Выход без сознания. Двигаться не можешь. Один вверх, да? Почему не дропнули еще? Потому что игра нравится. Потому что людям как будто тоже нравится. Один удар ножом. Есть. Бегим. И дополнительное действие можно метнуть, наверное. Что-нибудь типа... Подожди, зачем тебе метать, если у тебя арбалет есть? Ну, лук или что у тебя там, блин, помеха. Ну, метание, кстати, чуть получше. Стоп, а вот эту штуку можно бахнуть? А можно. 2 хп. Дополнительные действия. 4-13. Идет. Ай. Да ладно, ну откуда ты-то можешь? Ну, блин, ну в смысле? Неужели нигде не попадают? Может, АОЕшкой тогда выстрелить? Допустим, шоком. Он смог ударить. Зато шок остался, блин.
Электризованная вода. Замечательно. Да, все очень хорошо, но... Придется теперь по ней пробежаться. А, ну, у него получилось. Окей. Привет, пес. Как насчет разрыва тканей? Видимо, никак, блин. На себя эта хрень не работает. Я вообще давно мог бы уже вот это кастануть. Но смысла сейчас не вижу. Третий ход же еще не начнется, нет? Надеюсь, не знаю. Ай, башки укусил. А, это два... Она, может, сама поднимется. Это два раза прокнул. Я понял. Я неправильно понимал механ. Почему его никогда не кусают? Ну, типа, рили. Ну, кто не спасет, не? Ну, как будто сама встала, да? И что это такое? Типа вот эти вот три... Поднимешь, не? Спасибо. Он пойдет. Сколько опыта полутал хоть? Знать бы. Мало, наверное. Я что-то вообще не вижу опыта в логе боя. Ну, погнали лутать гоблинов, да? Голова свиньи, клык варга. Из него можно зельку сварить. Прикольно. Чеснок. Боевой барабан. О, сколько мяса у них. Стабилизируется, не поднимется. А, ну, примитивный сундук пойдет. Я вот, да, до конца не совсем пока понял с этим. Так, этого гоблина мы не полутаем, он улетел в пропасть. Да. Вернуться в лагерь. Так. Все уже не рискнем. Блин, глупая ошибка на самом деле была. Так, нет, ты тут ни при чем, подожди. Go ahead. I'm listening. Оставайся в лагере. Подруг Shadowheart, хотя не такая уж ты мне и подруга, насколько я помню. С тобой у меня, наверное, самые худшие отношения. Something the matter. Ребята, вы уже прошли первый акт, все выхи марафонили. All right. Класс. No time to dally. No time for dally. У тебя там где-то была супер хилка какая-то. Целяющий молебн. Вот ее не видно здесь. Да в смысле, вон. И вот так. И еще раз. По отношению это все-таки, по-моему, так все, да? Где его увидеть там, блин? All's well that ends, not as bad as it could have. Something the matter? Ну, давай поговорим, что с нами происходит. What's on your mind? Как я справляюсь? I must admit, besides, you saved my life aboard the Nautilus. Ты от меня что-то скрываешь? I don't know what you mean.
Думаю, ты отлично понимаешь, о чем я. It's nothing, really. Убеждение, запугивание. Мы должны доверять друг другу. Что ты скрываешь? 18, да ты... Она сейчас уйдет из лагеря, вот отвечаю. Она просто скоро свалит из лагеря, как если я продолжу ее допрашивать. Пока нам лучше разделиться, я найду тебя здесь. Так, давай Гейл обратно в пачку. Великая экономия на хилках, это я, да. Так, отправляйся со мной. Вернуться, уйти из лагеря, поехали. Лагерь гоблинов. Ну, погнали дальше. Лагерь гоблинцы 2 сохранить. Бард загипнотизировал 6 тел, успешно дрыгнул Бану Близзард сразу же после гипноза, естественно, всех вытащив из него, заморозив землю, которую потом сразу же случайно растопил паладин своим огненным мечом. Неплохо. Так, чё, это мы какой-то основной вход в лагерь. Нам чел рассказывал на гоблине, что есть секретный вход. Может, это вот он под водопадом, кстати. Я не хочу. Ну, в принципе, они тут празднуют, как будто бы никого нет, да? Как будто можно взять и зайти. Либо вот здесь вот все-таки спрыгнуть, слезть и походить под водой. Ты его штурмом не возьмешь, а я не хочу, но да, штурмом я буду сейчас осторожненько. Сказал я и не увидел ни одного гоблина, да, зато у нас башка лопнула. Кто-то очень могущественный в этом лагере, да? The voice is irresistible. You recognize the overwhelming authority that you've used on others, only infinitely stronger. Your vision clouds, leaving you in a dark, featureless shadowscape. Nothingness in every direction. Then there are three figures before you. An armored male elf, exuding power and command. A handsome younger man with a quick, easy smile, and a pale young woman with even paler eyes. These are my chosen. They speak for me. Aid their search for the weapon, and you will be worthy to stand beside them in my presence. The visions fade and the voice falters as a strange energy swells around you. The many-sided artifact. Somehow you understand it's repelling the presence. My power grows. My forces gather. The reckoning draws near. The voice is quelled. The artifact's doing. Господи, что все это было? Это же артефакт этой Shadowheart, да, который нам достался, когда мы выгнали ее из пати, типа. Ну ладно. Здесь же точно никого. А, нет, все, вон гоблины. Я так просто здесь не пройду. У них какой-то бард там... А, это тот самый бард в невидимости. Стоп, это какой-то торговец. Гоблин. Гоблок торговец. Теперь она обвинит тебя в воровстве. Я ничего не забирал у нее. Но он сам появился в инвентаре. А, лежит плашмя, минус 5 хп, но зато я попаду. Зайду сзади. Торгашград. Блин, мне интересно, могу ли я просто пока что вот
Ну он же он торговец. Может быть, я могу все-таки с ним поговорить? Я хочу попробовать, если что, загружусь. Может быть, они сразу не нападут? Оп, здрасте. Да. Тебе тут целый склад, откуда столько всего? Покажи, чем торгуешь. Башмаки а-ля Свайерс. Так я же их всех перережу, значит, и его шмотки заберу. Средняя броня плюс один к испытанию проверки на ловкость. Равновесие. Мастер засад. Вы получаете бонус к броскам инициативы. Максимальная дальность прыжка увеличивается на 1.5 метра. Ух, это звучит очень круто. 105 и 903. А чё так дорого? Давай начнем с того, что за 105 я у тебя это куплю. Вдруг он просто сбежит. Перчатки лучника. Обращаться с длинным и коротким луком. Получаете умение. Кроме того, ваша дистанционная атака оружием наносит 2 урона дополнительных. Вау! Обладатель исцеляет кого-либо, его цель автоматически получает 3 временных УЗа. Поздравление. Двуручный меч плюс 1. Пипка, дубина, роковой молот, колец, длинный лук. Я не помню, у него длинный лук или какой? Какой он юзает? Святых Возрождения. Шлем. Средняя броня. Goblin kind will tease you and frelk you when redded. His name is Draw Raxton. Веселее. Ну, я туда точно не пойду. His troops will disarm you and grow you the truth. Laugh if you dare, recoil if you must. Блин, вот ну вот что-то вот этой вот синий, конечно, брони вообще не уверен. Звучит очень круто. Ну, 14 на средний. Сыромятный плюс 2. Не, ну вообще лучше я сейчас вряд ли что-то крутое прям найду. Готов доплатить. В смысле, я не могу. 1200. Ну, я все отдал, да? Вот бы обокрасть его теперь. Ладно, гоблин, ты заслужил свои денеги. Я чё-то случайно на него нажал, но неплохо. Кто на среднем ходит? Ты используешь среднюю, 15. Ты используешь легкую, ты вообще ни в чем не ходишь, да? Давай тогда тебе пока вот эту броню. А я лук не посмотрел, да, у него какой длинный, короткий. Не, он короткий, 4.9. А, я же ему перчатки купил для стрелков, да? Я еще никому не отдал перчатки, которые могут снаряды отталкивать. Допустим, Гейл. Не то чтобы ему... Нет, стоп. Ему ловкости просто, наверное, не хватит на такое отталкивание снарядов. Перчатки луч... А, да, точно, я же тебе взял перчатки лучника. Ну тогда точно ты. Все, надо этот сейф называть минус бабки. Минус бабки. Два, тут, кстати, два торговца. Еще есть Вола какой. А, это он и есть. Сейчас, минуту.
Не сильно прям к подсказкам плохо сейчас отношусь, но такие конкретные, наверное, не нужны. Я постараюсь разобраться. Так, что у тебя тут? Чё вообще? Fragilous crown and with scepter abraid, draw Rexlin, short work of the innkeeper made. The inn burnt to ash, the captives were many, goblin kind had reduced them to cowering filfenny. So raise it your goblets and drain them with pride. Draw Rexlin, the true soul had let you glide. Слушайте его очень внимательно. Do what she says. Now. Now, where was I? Why a tick? That a friend of yours? Certainly not. What are you doing? I'm busy here. You lying. To you? Never. Come, let's continue our ballad. draw Rexlin, draw Rexlin. I am draw Rexlin. Tumptuous, draw Rexlin. You're broken! Wait, wait! Draw Rexlin, we pray, we... Come on, pigeon! Back to your cage! Дневник обновлен, спасти Вола! Come on! We're still just a beam! Ну ладно, потом... Идиот! Жесть, там грудинки у них. Тут четко... Ты сейф... Орки. Охренеть, как их много. Гоблинцев. Гном моего братана, говорит, сожрал. Деревянный сундук. Они не против того, что я его открою? Они каждый раз тратятся, что ли? Так, в общем, это мне интересно, куда ведет вот эта пещера? Можно просто по водичке пройти, хорошо. А, ловушка. Keep your distance, darling. Что это было? Ну. Is that blood? No, never mind. На, спасибо, второй персонаж. Загружайся, блин. Let's crack it open. Причем основной персонаж. Окей, справились опять. Что пор масла миниатюрности. Покрыть на данный момент оружие маслом. Штраф минус 1 к урону, но при этом сделать слабее любого, по кому войдет. Мы должны будем пройти испытание, кроме того, что штраф к урону носим атаку на оружие в ближнем бою. Прикольно. Что будет, если я на нее прыгну? Да. ГГшка просто всех продамажили.
Так, ладно, это был всего лишь маленький секретик, да? Я надеялся, это какой-то особый заход в лагерь. Следовать храм, спасти Вола. Какой-то я раненый для всего этого дела. Блин, левел бы реально уже качнуть. Сколько мне осталось-то? 389. На третьем левеле сейчас в лагерь гоблинов идти. Можно еще вокруг побегать, поисследовать. В четвертом, думаю, будет получше. Можно с прошлый лагерь гоблинцев, которых я охмурил личинкой. Пятый, четвертый, восьмой. Это типа детишки у них так зовутся, да? Так, ну они как бы вообще неофит воинства абсолют. Не против того, что я тут хожу. Это важно. Quite ready for you. All right, what now? Time to press ahead. Стоп, что, внимание? Goblins. Not a shred of dignity to be found among them. Уверен, что ясно, наш единственный путь к исцелению. Ничего. I was as devoted to my. Each crash contains a safest. Это я случайно на диалог нажал. That we may gain total understanding. Countless scholars roam the astral sea and beyond, observing the ways of our lessers, exploring planes so distant order turns to chaos and cold fires rage. The planes are ever quaking and their peoples ever shifting. The Githyanki possess an eternity of knowledge. Yet we still collect more, infinities upon infinities. Ловушку, да, на роли. На ловушку на роли. Ну, блин, попробуй обезвредить. Игра не отстой, Рикс. Не надо, пожалуйста, писать такое. Игра хорошая. Я понимаю, что тебе не нравится, но... Мне не нравится, как играют. А, ну, играй сам. Ты же знаешь ответ на этот вопрос. Сияющий щит. Заботливая защита. Если у вас остается не более половины УЗ, вам на сторону получаете 8 временных УЗ, применяется один раз до следующего короткого отдыха. Офигенная такая штука для этой. Yes, let's. Тут же по-любому где-то можно пропрыгать, да? На Твиче все сморки с палками. Я не сморк, я монах. Смерть, 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 смерть. Путь перекрыт. Не, может и нельзя здесь пройти. Забавно. Тостер там главным сморком играет. Да не лагай ты. Which way to the nearest library? No one stopped me yet. Гоблинцы, да? Гоблинцы, гоблинцы. Что же делать? Лично сверху на них напасть. Прям орки третьего уровня, а не фиты.
Есть много спящих, которых можно вырезать. Я прикол в том, что я их не ваншот, но это шаман. Так, ладно, пойдем, пока они на нас не нападают особо. Я думаю, я вернусь, немножко где-то подкачаюсь, и потом уже приду сюда. Или поищу... самую реку, о которой мужик говорил. Друида надо будет найти. Огр, стражник, гургон. Больше не провоцирует мне очередные атаки. Почему мне это не... Я для нее, разве нет зеленого меча? Есть же, да? А, блин, это короткий. Полуторки юзает. Ты не хочешь стать танком с мечом, с одноруком и щитом? Гитьяночка, нет? Нет у тебя такого желания? 6-16 вместо 4-13. А, так это двурук. Подожди. А, это вот это однорук. Это тот самый паладинский, по-моему, да, который защита тира какая-то. Нет, я просто забыл ей его отдать. Здорово. Это я, конечно, молодец. Такой хламовник в инвентаре. На самом деле, надо бы сделать еще вот так вот. По типу. Башмаки, кстати, какие-то. Максимальная дальность прыжка увеличивается. Вот, кстати, ему нормально будет. У меня невосприимчивость к паутине. Ну, пойдет. Еще на самом деле прыжок... У меня же там какой-то монаший прыжок есть. Увок отступления защиты нет. А вот у него наоборот есть хитроумный рывок. А, нет, прыжка тоже нет. Ну, ему обычно нужнее. Большой плюс один. Она не делала. Гоблин сидят, играют. Что этих трех убить? Играют и бухают. Watch how you go. There's a trap. Так, жду еще. Жди, Кастерин. Ну я же знал, ну хватит бегать самостоятельно. Ну я так не хочу постоянно их разделять, когда жду ловушек. Ну серьезно. Их же бесит просто. Ну и здесь я загружусь. Ну это бред вообще так хп терять. Что лучше на Клару, если есть сигна Клара и сигна Блейда? Хороший вопрос. Я думаю, что все еще сигна Клара. Сигну Блейда отдать этому Орлану. Ну что это такое вообще? Короче, все, исследовать теперь буду по одному. Мне ранее, вначале мне казалось, что бэк-группы клевый. Что они прыгают куда надо, а потом я понял, что нет. Вообще не клевый. Главное, конечно, что со всеми гоблинами можно, блин, поговорить. Деревянная бочка. Ничего нету. А, здесь можно было
снизу пролезть. Но зачем? Я еще справа от города друидов вообще ничего не исследовал. Careful, I might. Step quick. Еще одно внимание, или это оно же? Salutations. Nasty surprise. Caution is warranted here. Куда вообще меня ведет, я пока не совсем понял. Паутина! Ну, хоть подожглась вся, ладно. Так, а она... огонь, кстати, потухнет хоть через какое-то время или нет? Или надо водичкой поливать? А, ну вот, вроде потух пепел. Flackets will be done. Flackets will be done. Lost in thought. Бахни огонь льдом, ну, можно было, да. Assume nothing. I've got a long road ahead. Have to keep going. Лагерь гоблинов, так в смысле? Не похоже на лагерь гоблинов. Залитое солнцем болото. No time to rest. Бревно. Блин, а мы точно по нему пройдем? То сейчас кто-нибудь в него выстрелит? Сюжетно. Ну, нет. Лес. Кейтов нет на быстрое переключение? Ну, я всех не знаю. Блин, а если его наоборот проломить... Вот какой-то. Ква-ква, дурманенная лягушка. Окружающая связь. Вот го сюда, да если бы я знал как. Спрыгивать, лежать плашмя я не хочу. В остальном месте... А, вон, туда можно, видимо. Нет. Достаточно места. На, избушка какая-то. Я думаю, я вернусь, вырежу лагерь гоблинов вместе с ограми. Там, где огры были, которые нас захотели скушать. Погнали. Это тоже паутина. Да как... Ну ладно, единичку всего получил. Как же я просто... Прошел с... Красиво по всем этим ловушечкам. Если еще не подсказали, Астария нормально носят короткие мечи. Не больше, чем кинжалы бьют. И тоже можно в две руки. Гел, как волшебник, рекомендую Скарлевые свитки на изучение. Тогда его спеллист разрастется. Свитки я держу, не продаю. Я просто пока их не хочу юзать, потому что... Да я смысла особо не вижу. Тот мувсет, который есть, вроде пока плюс-минус работает. Well, hello. One day I'll catch a break. Ну да, я понял, что многие гоблины, в принципе, просто враждебные, можно все лагеря повырезать. Вымершая деревня. Ну что ж, самое время
разобраться с гоблинами в вымершей деревне. Спящий багбер. Так, ну мне... Я начну откуда-то отсюда, наверное. Вообще спящего багбера бы вырезать, ну. Че за двери вообще куда ведут? Непонятно, я там не был. Блин, может багбера бахнуть? Всем вместе. Давайте начнем с этого чела. Насчет остаренных и коротких мечей не думал об этом. Пока что он с кинжалами ходит, да. Ну, это хороший совет, если это так. У меня есть стальной кованый меч короткий. Эти 7, зачарованное оружие, колюще. Ну, кстати... Это ближний бой станет посильнее, как будто, да? Вот я не знаю, как вот в данной ситуации лучше. В пошаговый режим или не в пошаговый? Ну, наверное... ну вот он проснулся и смотрит в ту сторону. Теперь если ГГшкой просто подойти и бахнуть его палкой, мы его убьем. Отлично. Значит, правильно сделал, что выбрал пошагу. Гоблины все еще для меня считаются типа мирными. Ох, как будто да. Ого, окаменевшая паутина. Интересненько. Вот этот вот гоблин неприятный, остроглаз. Так, все, разделяемся, поехали. Вырезаем деревушку гоблинов. Старион. Ага, здесь аж двое их. Мы сюда пойдем вместе с Лазель. Вот этот вот неприятный, конечно, гоблин-стрелок. Но я могу спрятаться, он как-нибудь к нам побежит, когда увидит, что его друганы рип. Шаман еще. Into the shadows. On tippy-toes. Ну, кстати, нас даже не особо-то и видит, мы как будто бы. Forthwith. Так, ну поехали, пошаговый. I'm just waiting. Старион. Ну, давай мечом, наверное, из пальтишка. Так, а ты же можешь еще... А, у тебя еще ход есть, да? Попробуй его добить вот этим ножом. О, красавчик. Ты теперь вступаешь в бой, убивая вот этого. К бою, и ее ход как бы потрачен, да? Да в смысле, ну 88 шанс, ну как, ну почему? Ладно, ты сломай лицо вот этому гоблинцу. Забавно, что они даже не успевают, типа, повернуться. Гейл, а ты сможешь, да, вон того? А вон там еще один шаман, да? Come on, can't stay idle.
Бля, а как мы будем выбегать? Ну, спрыгну в них, к ним, наверное. Здесь еще больно прыгать, лежит плашмя. Черт. Так, давай, наверное, мы просто спустимся сейчас, да? А в смысле? Да ну, там не было написано, что я урон получу. Я думал, он осторожно спрыгнет. Sometimes the only way out is through. You look good with a few arrows sticking out of your gut. Не думаю, что... Да, он будет рывок делать, я знал. Он еще рядом с бочкой. Еще рядом с одной бочкой. Огневуха. Это вот этот сейчас ходить будет, да? Почему Shift не показывает сейчас под этот... Помеха. То есть, насколько далеко взрывается такая бочка? Что это вообще такое? Когда-то запах алкоголя пробивается наружу из плотно закупоренной бутылки. Не попробую, не узнаю, получается, да? Посмотреть мой бросок, сколько я бросил кубиков. Так можно вообще сделать? Нет? Перечитать. Нельзя, наверное. Можно, а почему я не вижу? А, ну вот он, промахивается. Погоблен ищейка. Это типа... Бросок атаки 4 из D20, плюс 2 и преимущество умения. Модификатор ловкости равно 9. Never a dull moment. Так, значит, здесь я спрыгнуть не могу нормально, да? Путь перекрыт. Лежит вне... Лежит раненая... А вот так вот? Вот так вот не лежит раненая. Я не уверен, что я прямо сейчас хочу как бы прыгать, потому что там еще шаман должен что-то сделать. Мы еще ждем мув шамана. Ну, просто рывок. Маг еще не в битве, кстати. Вот магом как раз таки. Гейлом. Может быть, есть смысл бахнуть вот эту вот бочку с огневухой. Давай попробуем. Ваншот гоблина. Отлично. Красавчик. Красавчик. Огненная стрела, охренеть. На минус пол хп. Переспорим, требуется короткий отдых. Понял. Четыре урона маловато. Блин, лестница горит. А как мы спускаться будем, если лестница сгорит? Черт. Нужно скрываться для получения скрытой атаки. Да вот я как... Слышал об этом, но потом что-то вот не уверен. Не знаю. Помеха. Почему помеха? Да блин, хватит гореть. В смысле, не достаешь? Да ладно тебе. Обычным выстрелом. Обычным, да. Хотя бы и скрытности. У нее 18. Стоп, почему в смысле не достаешь? Почему так достаешь? Это. А, так тоже не достаешь. Только что же видел атаку, которая доставала до него.
Ну, вообще, это много метров. Блин, ну он-то как-то выстрелил, а? Магией стрелял. Ну, да, ну. Только я не хочу спускаться по горящей лестнице. Я спущусь вот по этим бочкам. Или не спущусь. Во, спасибо. Временное ХП дать ему не дать, а то он горит. Нафиг, я отдохну, наверное, сейчас. В смысле, а почему у тебя действий нет? Старый ключ куда-то лежит. Как же он кастует, посмотрите на него. Нет, он может в него попасть сверху, он достает. Цель вне обычного радиуса действия. Ну то есть все равно как бы может, нет? Достаточно движения. What do I have to lose? What path lies before me? Do-do-do-do-do-do. Chances. Путь перекрыт слишком далеко. Let's light them up. Понятно. Это я, короче, зря. Тут же выход еще есть, можно добежать, попробовать. Масло. Ну ладно. Let's play. They won't know what bit them. Time to strike. Так, ты же тоже умеешь стрелять. Попробуй добить уже. 60% к 100. Есть. И всего 20 опыта за всех тех гоблинов. Чё так мало? Аж вот так мало. Испытание пройдено, масло. Да понятно. Ты его не прошло. А, это только за последнего? Speak. Да не надо, не хочу с тобой спик. Собирать хлам. Поехали. Собирать хлам. Собирать гоблинский хлам. Так, сюда больше не забраться. Ну, вернее... Да, стой, стой, старин, стой.
Подожди. Да не надо никому больше сюда идти. Тяжелый еще ключей здесь миллион просто. Подсказка. Паутина горит. I know. Что, даже окаменевшая паутина? Maybe I need more pockets. Какие-то стрелы огненные, да? Да хрень с ней. Блин, зачем я его отдал? Тебе? Можно на каждом персе вот так вот сделать. Он подвинется для всех. Enough waiting. I crave blood. Let me work my magic. Still breathing, despite everything. Another step. Сейчас сожгу эту хрень и полезут как обычно. Всякие мерзкие павуки, павуканы. Так, я хочу вернуться в лагерь, подхилиться при помощи Shadowheart. Что ты плюсик не нажимаешь? Понятия не имею, потому что я не знал, что он есть в игре. Так, Лазель. Спи. Жди меня в лагере. You believe you can survive without me. Собираюсь с тобой спорить, оставайся здесь. Something the Да, то, что расширить до трех не ошибка, я понял. А чего? Действительно так больно, как кажется. Worse. But it passes quickly. Usually. It's just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. It's nothing to do with the tadpoles, at least, in case your imagination is in danger of getting away from you. It's just something I have to live with. Сильно болит. Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can manage. Уверена? Positive. You can trust me on that. Перевести разговор на другую тему. Все еще думаю, что ты от меня что-то скрываешь. Хочу поговорить. Так, пойдем со мной. Alright. Блин, вот этот вот разговор про артефакт, то, что он перешел ко мне. Вот это вот я не знаю, говорите или нет. Сейчас. Артефакт. А, еще я что-то хотел сделать. Хотел бы поставить маркер, что мы уже вырезали пару лагерей гоблинов за то время, пока играли.